рыбу. Далее присаливаем рыбку по вкусу. Кто-то любит, чтобы рыбка была больше соленая, кто-то меньше. В общем, все на ваш вкус. Внутри тоже присаливаем. И вовнутрь рыбки помещаем апельсины. Я для удобства разрежу их пополам, колечки. И помещаем их в рыбку. Если у вас есть имбирь, также можно добавить имбирь. Можно свежий, можно сушеный. Также вовнутрь каждой рыбки я еще добавлю черешок сельдерея. Можно добавить любые травы и специи, которые вы любите. Сюда хорошо подойдет петрушка. Все, добавили. Верх рыбки смазываем майонезом. И наверх на рыбку также помещаем